27 июня в региональном правительстве состоялось вручение молодежной премии губернатора Омской области. Если государство думает о своем будущем, то абсолютно точно приоритетами должно быть детство, молодость, а значит молодежная политика. Это будущие граждане нашей страны, которые, собственно говоря, и будут представлять интересы нашего государства, независимо от места их работы дальнейшего. И что очень важно, что, конечно, мы должны воспитывать их очень активными людьми. Лауреатами премии стали 6 омичей. Очень лестно получать такую награду, тем более в преддверии такого замечательного праздника, в рамках, да, как День молодежи. Всем спасибо, в первую очередь, Омской области за то, что оценили мой труд. Спасибо команде, с которой я работал. Без них я, конечно, тоже таких результатов бы не достиг. Это Омский областной студенческий отряд и все бойцы, студенты нашего города. Для меня это и награда, и аванс, потому что в любом случае останавливаться на достигнутом я не собираюсь и продолжаю работать для достижения более высоких целей. Также на церемонии присутствовали первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник и заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Татьяна Руденок. Сегодня мы живем на пороге нового времени. Мы впервые проводим такие большие, красочные мероприятия для молодежи. Мы впервые получаем, например, федеральную поддержку от Росмолодежи на нашем региональном форуме «Ритм». У нас будут грантами поддержаны все молодые, талантливые, с хорошими проектами, которые они смогут защитить с очень приличной суммой до 1,5 миллиона рублей. Причем это не общий фонд наградной, а именно на каждый проект до 1,5 миллионов сможет получить любой, кто пройдет все условия конкурсной комиссии. Я думаю, в этом году будет большой ажиотаж на «Ритме», потому что действительно достойная поддержка нашей молодежи, на которую делается большая ставка. Это сегодня наша опора. И, конечно, такие проекты должны поддерживаться обязательно государством. Молодежная премия вручается в нашем регионе с 2003 года. Сумма вознаграждения составляет 50 тысяч рублей.